Здравствуйте, доктор. Меня зовут доктор Мамута, и сегодня тема нашей консультации – это борьба со звездной болезнью. Возьмем, к примеру, Монтенегро. Я сам оттуда, поэтому пациент. Ха-ха! Привет, Москва! Я мужу любить! У вас есть звездная болезнь? Ну, конечно же, нет. Вот просто все мои конкуренты, да, и соперники – это полное ничтожество и нули. Один я лучший. Угу, понятно, понятно, занятно, понятно. О! Смотри, птичка какая симпатичная. Где птичка? О, какая где птичка? Вывод. Лучший может быть только один. Я. Поэтому не болейте, не надо. Не нужно, это лишнее. Доброе утро. С доктором Мамута.